озимая пшеница, сорт бирюза, посеянная. Седьмого-восьмого сентября. Очень хорошо выглядит. Предшественник горох. Разгустилась. Норма высева где-то 4,5 миллиона на гектар. В этом году урожайность была в пределах 35 центнеров с гектара из-за того, что осень в прошлом году была сухая и всходы появились только в ноябре. Уход в зиму был в фазе шильца. И в основном весь урожай, который собрали, был сформирован на первичной корневой системе. А вот в позапрошлом году урожайность была в пределах 74 центнеров. Очень отзывчиво на удобрение. Это пшеница. Особенно все пшеницы отзывчивы на удобрение. А какие еще показатели? По клейковине, наверное, процентов на 30 она отличалась от всех остальных пшениц. Клейковина была выше. По качеству.